Мы живем в очень интересное время, в то время, когда Бог припоясан, и он действует и делает то, что он пожелает. Бог очень активный в этот период во всем мире.

что мои äh, проповеди, они äh, критикуют и судят других людей. А сегодня я хочу äh, преисполниться благодатью и äh, ободрить вас. Всех. Also, вас и поэтому я всех ободряю, что все в порядке, Курану и все здоровы и... Äh, полноценный вот и бог любит нас и вас вместе очень сильномаш коровну и он очень и э, очень близок к нам в шум нарушен ло пол и никакой волос как написано даже с вашей головы без его ведома не упадет за я надеюсь что все уже получили ободрение и <mile> на этом хватит и сейчас я буду действовать так как меня ведет бог как я сказала мы живем в очень разношерстное время и бог через писание показывает нам что делать я думаю что то писание которое сегодня есть у нас на руках הם כן ניתנו לפשוטי העם כמונו אדנו <אח> פרסטים איזנרודה תקים קקיא גם התנ״ך גם הברית החדשה תנ״ך הברית היא נובי זוות ואני חושב שאפשר להבין המון דברים כשמו כן שחור על גבי לבן, מה שאני קורא, זה מה שכתוב, זה מה שצריך להבין. (אומר בערבית ומתרגם:) לא כל דבר צריך לפרש ולהיכנס לתיאולוגיות מומצאות או דעות. (אומר בערבית ומתרגם:) אז אני באמת... Я думаю, что Бог хочет действительно дать больше простоты в нашей жизни. И мы прочитаем притчу из книги, притчу Осетили из Евангелия от И из книги, из Евангелия от Луки. И мы сегодня будем приводить примеры из сельского хозяйства. Есть очень много параллелей в священных писаниях про жизнь простых людей. Например, примеры из спорта. Как Шауль говорит, я иду для того, я бегу для того, чтобы достигнуть цели. Или в другом месте он говорит, что физическое упражнение не приносит никакой пользы. Лучше тренировать свой дух. Сегодня будем говорить про сельское хозяйство. Лука 8 глава с 4 по 15 стих. Когда же собралось множество народа из всех городов, жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. Иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши, слышит да слышит». Ученики же спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах. Так что они видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что есть притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня. Временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце, и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уже слышать, да слышит». Все мы знаем эту притчу. בואו נצלול לתוכו קצת ונפרק אותו. קודם כל אני מאמין בלב שלם שכל מה שכתוב בכתובים זה בשביל אדם המאמין קודם כל. גם כשאנחנו חושבים שאולי זה כתוב ללא מאמינים, קודם כל זה כתוב לנו כמאמינים ולתקפות השונות שלנו. חשוב להבין את התקופה בה אישוע התיישב ללמד את זה. הוא התיישב ובאו המון אנשים לשמוע את הלימוד שלו והתקופה של המאה הראשונה הייתה הרבה יותר מאתגרת מהתקופה שלנו היום עם כל המלחמות несмотря на все наши сегодняшние войны, период в первом веке нашей эры был намного более сложным и вызывающим. Они жили под властью римлян. Они жили в очень сложный период времени. Они были гонимы. У них евреи постоянно подвергались тому, чтобы стереть их еврейскую самоидентификацию различными способами. Они пытались изменить еврейские названия больших городов, таких как Иерусалим и другие, для того, чтобы просто стереть еврейскую идентификацию и, оторвать их от исторических корней. И это настолько, они настолько продвинулись в своих гонениях, что все эти события привели к разрушению второго храма. Euh, מכירים את ההיסטוריה, גלות, בבל וכולי. מי זנא עם מי זנא עם הרסיניה, מי זנא עם גודל רסיניה, פסוסטלנואר. יחד עם כל זאת, אם מסיסטים, הוא רואה לנכון כן להגיד את המשל הזה. שכל אחד יבין שאנחנו צריכים לקבל זרם מסוים ולתת פרי מסוים, לא משנה מה התקופה. (אומר בערבית: לתבוש תבומי מגלי פלוצית סימה, היא דבר או אולי ההפך, דווקא בתקופה ההיא צריך להיות פורה.

הזרון, הזרון а что меняется, это та почва, на которую падает это семя. Also, לעצמו, קרקע, היום, ביום, הזה, שלי שלי. Давайте попытаемся понять, какую почву я сегодня предоставляю сеятелю uh, в этот день и в это время. Pasuk 12 стих. А сатан ба есть то семя, которое падает, написано при пути, и приходит дьявол и уносит слово. Каждый человек в этом мире, я думаю, что у каждого человека есть шанс стать верующим в истинного Бога. Бог найдет это, этот способ. Мой человек Кират от того, кто живет в Кириат-Моцкене. До того человека, который обитает ногим в лесах Амазонки. Не знаю, как, но я уверен, что у каждого человека есть шанс получить это семя. Потому что наш Бог — это Бог правды. ומה שהשטן עושה הוא גונב את הזרע על ידי מספר דרכים. לא בורא שום דבר חדש. הוא משתמש בקיים). אז הוא משתמש בשורש שהוא לא טוב שלנו בתאוות בשביל שהזרע הזה ייעלם. Корень а, или наши похоти для того, чтобы это семя исчезло. Даже если мы получили это малое семя, э, но есть будут всегда какие-то вещи в нашей жизни, которые больше нас интересуют, и они это семя задавят, чтобы вытащить его наружу.

Earth. Происходит очень много атак. Потому что, хотя семя очень волнующее и прекрасное, оно упало все еще не настолько глубоко, чтобы дать корень. 13 стих. Мы говорим очень много об этом.

דברים, Здесь есть две вещи. Это корень и испытание. Что значит наш корень? Нам нужно углубиться в то, кем мы являемся. Когда я посылаю э, крепкий корень, как дерево, שום דבר לא יכול לה, לה, להזיק לי או להזיז אותי אני מעמיק שורש על ידי אה, הבנה למי אני משרת, מי האדון שלי, מה תכונות האופי שלו ועל ידי כך שאני יכול לענות על שאלה מי אני אני ואלוהים מגדירים אותי ואני לא נותן למישהו אחר, לכוח חיצוני להגדיר אותי וככל שהזהות שלי תהיה יותר חזקה и насколько моя самая идентификация будет более сильной, Alors, то моя жизнь будет более плодоносной, более качественной. И тогда придут испытания, потому что испытания должны прийти, это то, что написано. И они смогут проверить, насколько мой корень глубок или вообще нет корня. אז באמת השורש שלו של הכרת האדון זה חשוב מאוד להכיר את האדון כמו שהיה למשל במשל של ככירות הכסף זה כתוב במטי 25 אנחנו לא נקרא את זה אפשר לקרוא את זה שלוש עבדים קיבלו סכום כסף כל אחד שונה Трое слуг получили э, различную сумму талантов, каждый э, свое. Э, двое из них пустили э, таланты в оборот. Получили прибыль, и когда пришел господин, они э, с радостью рассказали ему, что они смогли сделать с теми талантами, что он дал им. Азу самах во-первых, порадовался их верности, то, что они показали верность. И он благословил их. <говорот> Uh, и последний, который получил uh, только один талант, он закопал его в землю, и когда Господин пришел, он вернул ему то, что он закопал. И его оправдание было такое, я знаю тебя, Господин, что ты очень uh, жестокий и злой человек. Как мы видим, трое говорят про одного и того же господина. Двое знали один его характер, а третий каким-то образом узнал его другой характер. И поэтому так же, как мы, если мы больше будем узнавать нашего господина, мы больше и лучше будем знать его настоящие черты характера. כך אנחנו נעמיק את השורש ונצפה לניסיון שצריך לבוא ונעמוד בו אין גדילה שהיא ללא ניסיון אפשר לתרגם את זה לחיי היום-יום הפשוטים שלנו каждодневную простую жизнь. Если кто-то когда-то ходил на собеседование для того, чтобы устроиться на работу, ему, скорее всего, сказали принести свое резюме. И на собеседовании попросили рассказать про опыт. אז הוא מתחיל לספר להם סיפורים. אני עבדתי הרבה מאוד שנים פה, ניהלתי את זה. עמדתי בכל מיני אתגרים, ועכשיו אני משענין, קבלו אותי לעבודה הזאת הגבוהה. (אומר בערבית: היה נוגה רבות על... под различными вызовами. У меня есть такой опыт. Я вот стал тем, кто есть. И примите меня на эту высокую должность. И тогда тот, который проводит интервью, он проверяет его опыт.

Он пережил очень много, и он заработал себе опыт. У него есть профессиональная и жизненная мудрость. Поэтому есть испытание или опыт в духовной жизни. Если семя падает на добрую землю, הוא בשביל לשאוף למעלה, בשביל לתת פרי וכל התהליך הארוך הזה. Того, чтобы, äh, произ... плод, הוא מתפרק והוא מקבל את המים, זה תהליך שאם אנחנו מדברים את זה בצורה פיזית הוא מורכב, הוא קשה והוא לא נעים Uh, он, то есть если мы сейчас физически начнем uh, расписывать этот процесс, он даже не очень приятный, семя должно распасться, расшиться водой, принять воду, какой-то процесс должен произойти для того, чтобы потом дать плод. И в конце концов он становится тем, uh, чем Бог призвал его быть. Uh, семенем для определенного плода. Нам нельзя бояться испытаний. Потому что это то, что написано, что испытания придут. И насколько наш корень будет глубже в Господе, то этот опыт будет для нас, опыт-испытания будет для нас во благо. בתוך המילה ניסיון. וסלובי, ככה חושבים ברבדיל? אופת או איספטניה? גם וגם. נעברית היא את אדנו סלובה, ניסיון, את האופת היא איספטניה. יש לנו את המילה ניסוי. אונס יש סלובה אקספרימנט. שבאמת מנסים אותנו איך אנחנו עומדים במצבים מסוימים. ככה נא סיבה. אנחנו נבחנים, מנסים אותנו. ומצד שני אני יכול לנסות את אלוהים, איך הוא מתנהג איתי בתקופה הזאת. אני עושה ניסוי גם לגביו. אוקיי, אלוהים, אני באמת מחליט להאמין, אני באמת הולך להיות מאמין אקטיבי, אני מנסה אותך, איך אתה יכול לעזור לי בתקופה הזאת. ואנחנו צריכים להבין בראש שלכל ניסיון יש התחלה, אמצע וסוף. ככל שאנחנו מתעמקים בכתובים אנחנו תמיד רואים מין נוסחאות, זה די מתמטי И как насто... если мы углубляемся в писание, то мы видим различные формулы. Писание можно наложить на математические формулы. Потому что есть очень много условий. Если мы будем поступать так, то мы получим так.

Насколько я его знаю больше, э, я могу предположить, как он будет реагировать, и для меня это уже определенная статистика. 6, еще одно слово, которое есть э, еще одно слово, которое есть в слове «испытание, опыт, это корень э, нун самых нес чудо когда я захожу в период испытаний или получаю определенный опыт, то я могу от Бога ожидать чудес. Бог говорит, что я веду этот процесс таким образом, что на этом пути будут чудеса. Потому что написано в псалмах, если я иду долиной смертной тени, я то я и нахожу различные источники живой воды, которые есть именно там. Потом, там и есть И только в этом месте есть эти источники, и нет их ни в каком другом месте. Поэтому нам нужно искать эти источники согласно тому, что Бог учит нас. Лука 22, 31. Еще один пример из сельского хозяйства. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Я прочитаю на иврите, потому что на русском проблема. Симон, Симон, и не дараша сатан этхем кихетим бакавра. Шимон, Шимон, дьявол требовал для того, чтобы я вас рассеял. И э, Развеял, запутал. И тальтел лешакшек. Э, э, это как будто я вас э, взбил. Летальтел, как может быть, сита, нахуй, э, сита. Да. Кеврази Прос... сита, просеял, חזק, просеял через сита. אז הדברים הלא טובים עפים החוצה ונשאר החומר הטוב. (אומר בערבית: כשבוחנים את היוונית...). אז המילה שעומדת שם זה בכלל משהו שמתחבר לרעידת אדמה. параллельно землетрясению. Зато То есть, когда мы говорим, здесь написано, чтобы сеял вас, а в оригинале используется, чтобы я сильно вас сотряс. Сатан у мешарет, Дьявол, он как используется как краш-тест, в машине, знаете, используют, прежде чем на выпуск поставить, насколько машина себя в аварии ведет. Но он должен для этого получить разрешение. Как в рассказе про Иова, когда он говорит, я хочу потрясти этого человека, для того, чтобы понять, насколько он верный. И сейчас мы задаем вопрос а Иешуа uh, просил uh, чтобы шимана не сотрясали он говорит дьявол просил тебя сотрясти и uh, у меня вопрос к вам Иешуа предотвратил эту тряску или нет yep, no? нет не предотвратил он говорит, нет, я не буду просить, чтобы тебя не сотрясали. Потому что тебе нужно вырасти здесь, сейчас и быстро. Потому что перед тобой стоят, стоят большие задачи, которые ты должен исполнить. И в 32 стихе написано. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и что и ты, некогда обратившись, утвердишь братьев своих. Он сказал им другими словами, Шимон, ты э, сейчас э, ты идешь... Э, אבל בגלל שאני אוהב אותך ואיכפת לי ממך אני אדרוש ואני אפגיע בעד כך שאתה לא טיפול בניסיון הזה uh, того, и мне, и важен, я, uh, так, שבניסיון הזה האמונה שלך לא תיפגע ואחרי uh, שתשוב מהניסיון 아, вернешься с этого испытания, у тебя будет уже много силы и здоровья укрепить твоих братьев. Это цель испытаний. Расти, а не падать. И испытание — это то средство, которое Прежде всего служит нам. שלנו, И в испытаниях мы можем показать нашему Господу, что мы верны. <coughs> <coughs> И обычно, если мы правильно проходим испытания, то мы возвращаемся очень сильными. <coughs>

Неважно, какой плод, каждый согласно своему призванию и своей почве, которую он приготовил для того, чтобы принять это семя. Но а требование этого плода существует и оно истинно. И нам нужно понять, что в этот определенный особенный период когда мы переживаем различные вызовы каково топливо которое мы используем для того чтобы прожить этот день потому что в основном люди неважно верующие или неверующие то топливо которое они используют для того чтобы прожить определенный день это страх и желание выжить Мауд, лефахет, Естественно, сложно не бояться, когда э, воют сирены и ракеты падают. Ау, есть ли козыд, ше -фамин, -фамин, Но иногда у меня есть такие мысли, что эти сирены, которые э, мы слышим в шесть или в семь утра, это для, для того, чтобы нам подняться. Встань и молись. Обычно ты не хочешь молиться, может быть, сирена тебя заставит молиться. Also, в шесть в бухгер, в шесть в иногда в 6 утра, иногда в 7 утра. Иногда в 4.30. А когда нет сирены. И есть uh, выходные на сукот. То мы встаем и в девять. Мы себя uh, стаскиваем с кровати. Комбова, дабер лахем, дабер я, конечно, про вас не говорю. Uh, я про себя только говорю. Лука, 8, 14. Uh, Лука, 8 глава, 14 стих. А упавшие в тернии ⁇ это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Здесь немного нужно добавить, все достаточно ясно. И здесь есть вопрос приоритетов. שלי, Каков вопрос приоритетов, которые я ставлю себе 1 два, три, 4 в своей каждодневной жизни? И есть ли у моего Бога место в каждом из этих äh, приоритетов, которые я ставлю себе? Написано, что семя упало.

Но а мои приоритеты неправильные. Вещи, которые важны для моей плоти, получаются намного важнее, чем духовные вещи. Я, как человек, использующий эту почву, или, возможно, даже это семя, использую его для того, чтобы взрастить разные глупости. Я знаю Господа, я знаю... Э я знаю, что такое молитва. И я знаю, что когда мне будет действительно сложно, я буду молиться как сумасшедший. Потому что я знаю путь, я знаю, как поступать и что делать. Но все, все вещи, которые вокруг, всякие посторонние шумы, мне мешают. И они не дают плод, достойный того, чтобы вкушать его. Плод, достойный того, чтобы вкушать его, означает те плоды, которые мы можем приносить для пользы других людей. Возможно, нам нужно будет немножко изменить свой характер для того, чтобы приносить такие плоды. אבל גם בצורה הכי פשוטה ברגע שאני אשנה בעצמי את סדר העדיפויות אני כבר אתחיל לראות פרי אחר. Ну уже можно будет начать приносить такой плод. Потому что мы очень в таком состоянии, мы очень близко стоим к состоянию, которое мы сейчас прочитаем, описанное в 15 стихе. И это то ожидание, которое Бог имеет к нам. В 15 стихе описано семя, которое падает на идеальную почву. Добрая земля. Я не занимаюсь сельским хозяйством. Моя жена взращивает различные в различные растения дома. Я только знаю, сколько это стоит потому что я за это плачу. Но нужно купить хорошую землю. <существ> нужно каким-то образом ее вскопать принести хорошую красивую вазу купить. И когда все правильно сделано, тогда это семя начинает давать красивые цветы. Мы те, которые из обычной земли можем сделать хорошую почву. Когда мы с радостью принимаем семя и хотим дать плод, Uh, Написано, что приносят, что услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Совланут? Терпение это что-то, что требует ожидания. Это не то, что мы ждем, что получим здесь и сейчас. Не манут את הוורנסט, דלגסרות שני ואז נראה הרבה מאוד תוצאות ראשונה לטימותאוס אחד פרווה תימאפיה אחד שמונה עשרה ותשע עשרה עדין וסימנאצי דיוויטנאצית את המצווה הזאת אני מוסר לך טימותאוס בני על פי נבואות מן העבר הנוגעות אליך, כדי שתילחם בעזרתן את המלחמה הטובה מתוך אמונה ומצפון ישר יש שהשליכו מלא מת אלה Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, <начит> отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. <and> <us> Мы должны понять, что не всякие войны, не всякие испытания — это плохо. Есть войны и испытания, которые во благо нам. Для того, чтобы увидеть победу, нужно начать бой. И есть способ, как вести эти войны. Истинная вера — это активная вера не только, это не только э, прилагательное. Okay. Э, э, вера э, это подход и дела. وكתוב, эмона Написано в вере и доброй совести. Рух совесть — это тот дух, который живет в нас.

что именно И если мы не оставим нашу веру, совесть и компас, то с нами все будет в порядке. там. Написано, что есть те, которые потерпели кораблекрушение в вере. потому что они взяли эти понятия как вера и компас и совесть и просто отдалили их и таким образом они потерпели кораблик крушения потому что у этого корабля нет шанса выжить.

Шестая глава, шестой стих. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Все, что мы приносим, как все сожжения Богу, жертву. Или как в древние времена, когда люди думали, если я приношу жертву барана или деньги, то у меня все в порядке с Богом. Или мы э, два раза в месяц приходим в общину. И делаем Богу большое одолжение, когда мы говорим ему шалом утром и даже иногда вечером. אומר, улама, То Бог нам говорит, что все, что меня интересует и для чего я сотворил эту вселенную, это для близких отношений с Тобой. <говорит> Написано познание Бога. <говорит> <говорит> познание — это не знакомство. Есть знакомство есть познание. Бог требует от нас познания. Я не хочу шалом-шалом. близкие отношения на каждодневной основе. Только так ты будешь знать, что я действительно хочу от тебя. Он говорит, я хочу познания Бога. Это важно, и, писания, это и это очень важно, чтобы мы запомнили и сосредоточились на этом месте писания, потому что это как основа всей этой книги. Это познание, это и интимная связь с Богом, она постоянно. ככל שאנחנו נכנסים לעומקים גדולים יותר אנחנו מבינים את האופי שלו אנחנו יכולים להגיע להישגים גדולים יותר אנחנו יכולים ליהנות מחיים איכותיים יותר וליהנות מזה באמת כשהאמונה שלנו ונעמלות למישהו שאנחנו באמת מכירים <laughs> ותחשבו לקום בבוקר ומה שמניע אותנו, הדלק שלנו זה הידיעה של האדון ותקווה וכל הדברים שאנחנו לומדים הכתובים איזה אנרגיה אחרת לחלוטין Тогда вы получаете совершенно другую энергию. Это не тот страх, который нас приводит к концу дня, когда мы в конце дня говорим, ой, хорошо, что ничего плохого в этот день не произошло. Это как атомная энергия, которая бурлит и толкает тебя вперед для более качественной жизни. لجمع 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 И это понимание находит, что все, абсолютно все находится в его руках. И, скорее всего, будет все хорошо. Потому, <потому> что -то, то, что написано в книге, <потому> в этой математической книге. Аминь.